Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля индексируются на 2,9%. Повышение коснется более 100 тысяч пенсионеров Кубани, включая получателей социальных пенсий. Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются государственные пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей. Средний размер социальной пенсии после повышения увеличится на 179 рублей и составит 6342 рубля. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы вырастет соответственно на 350 рублей и составит 12 432 рубля.